listen to my plea. Please don't stop loving me, me. Очень крутая парковка, как раз фотографироваться вообще идеально здесь, как зарубежные блогеры. Посреди Москвы, что вы скажете, Светлана, по поводу этого? Что это? Да будет распаковочка. Уже 100 лет ничего не заказывала на дом. И, кстати, эти коробки потом используют для обуви. Такой лайфхак. Решила заказать самое основное, чем я пользуюсь. Да какой оттенок? Вообще-то у меня оттенок лайт. Надо посмотреть, может, я случайно положила в корзину. Душ, моя любимая, телескопик. Так, это у меня масочки всякие разные. Это шампунь. Мне этот шампунь посоветовала мастер по волосам. Я сейчас делала процедуру ботокс. Я делаю 2 раза в год ее. До этого у меня был... Сейчас покажу, какой шампунь. Его мне посоветовала сестра. Очень нравится. Возможно, даже я его буду покупать дальше. Но хотела попробовать что-то новенькое. Попробуем. Давно я ничего не рассказывала на камеру. Вот, поэтому мне немножко будет некомфортно. В последнее время я загрустила. Основная причина — это ситуация с Украиной. У меня там находятся сейчас родные по маминой линии. Последний раз я была на Украине 3 года назад, когда была беременна Марком. Я ездила на 8-м месяце. Уже такой приличный был живот. Мне рожать через месяц, вот, а я поехала. Такое путешествие. Хочется туда съездить, проведать близких. И вообще я с рождения туда ездила каждое лето. И очень скучаю по тем местам, по родным местам. Хотела съездить туда с Марком в ближайшие годы, но думаю, что еще не скоро туда получится съездить. Хотела рассказать о неприятной ситуации, которая случилась в январе. Заказывала на ASOS кроссовки, сумку, носки, что ли. Короче, это все вышло в приличную такую сумму, но я потом решила сделать возврат. Конечно же, после всей этой ситуации мне не пришли деньги, потому что отключили Swift. Вот. Также я бронировала в январе жилье в Санкт-Петербург на май. Хотела с Сережей съездить. Вот. Но, конечно же, Airbnb закрыли в России, и я теперь осталась без денег и осталась без их планов, которые я хотела очень осуществить. Но, скорее всего, я все-таки поеду. Создала телеграм-канал, но там особо ничего не пощу, как-то нет такого желания. Вот, ютуб также повис, это видео будет первое за 3-4 месяца. Вот, и вообще мне интересно снимать где-то в каком-то другом городе, в какой-то другой стране, в поездке. Очень люблю вот такие влоги, поэтому, возможно, я не снимаю что-то разговорное. И не особо интересно то, что происходит дома, то, что тебе кажется, что другим людям это будет неинтересно, и поэтому я ничего не снимаю. Хотелось бы уже, конечно, переехать в большое пространство, в дом, вот, а не в этой квартире. Потому что здесь и снимать-то негде.
Хочу полностью сейчас посвятить себя чтению. Я читаю очень много. Планирую писать курс по приготовлению кофе. Ну, как планирую? Уже начала писать, но это то же самое, что и с дипломом. Я так загорелась этим, что хочется все доделать это до конца, и чтобы он был полезен многим. Надеюсь, что он будет полезен многим, вот, кто тоже любит очень кофе, кто хотел бы научиться дома готовить кофе. В прошлом году я особо не читала, и это меня расстраивало постоянно. Вот, и сейчас я, когда у меня есть свободное время, свободные минуты, свободный час, я беру книжку и читаю. Стараюсь это делать в тишине, потому что в других условиях я не люблю читать. Да, сейчас бы куда-то поехать на море загорать. Но это уже другая история. Сейчас зарядка сядет. Как я это люблю, обожаю. Когда появился настрой снимать, конечно же, у меня аккумулятор садится. Ну ладно, это уже тоже не так уж важно. Вот поэтому в мае, в конце мая я планирую поехать вместе с Сережей в Питер, отдохнуть на пару дней, и, возможно, Марка оставим здесь. Не знаю, подумаю, может быть, Марка и возьмем. Но это уже будет не отдых, а так. Не помню, кстати, рассказывала я, наверное, в Инстаграме рассказывала, что в конце января мы все, ну как все, я с Марком переболели короной, омикроном, Сережа не болел. 2 недели я была просто в состоянии такой апатии, не то что апатии, вообще просто у меня была такая депрессия, я думала, я кони двину реально. Ладно я, но я переживала еще и за ребенка, чтобы... Пришлось поменять камеру. И, конечно же, этот расфокус меня бесит. Приходится смотреть, постоянно следить, чтобы все было норм. Переживала очень сильно за Марка, чтобы никаких не было осложнений. Сама себя чувствовала просто ужасно. У меня не было температуры, но затронула дыхательные пути, и было затрудненное дыхание и сдавленность, которая причиняла мне дискомфорт. Каждый день, и это длилось 2 недели. У Марка была температура буквально 5 минут 30, и он подкашливал тоже один день, потом второй день бывало, и ночью как-то, но, слава богу, все обошлось. А перед тем, как заболеть, я начала свое похудение, свой ПП, которое я планировала после как раз новогодних праздников, но так получилось, что я решила взять себя в руки наконец и перестать жрать все подряд. Так как я заболела, все это накрылось медным тазом, и я опять питалась так же паршиво, могла есть все, что хотела. А на самом деле я уже начала худеть в тот момент перед болезнью. Это было вот как раз, по-моему, 16 января. Я как раз продержалась около 2 недель. Начала добавлять варенье в горячий чай, шоколадки. Опустила руки, бросила я свой ПП. И вот, наконец-то, значит, я уже где-то 10 дней как раз о своем похудении. Стараюсь кушать здоровую еду, питаться нормально, более-менее. И вроде как у меня пока это получается. Надеюсь, что ничего плохого опять не случится, что меня выбьет из колеи. Хочу я сбросить где-то 5 килограмм, чтобы чувствовать себя норм. Перестала, конечно же, ходить на танцы. В тот момент, когда я заболела, был самый пик этого омикрона, и, скорее всего, я заразилась на танцах. 3 числа я ходила на волосы, сделала себе ботокс. Состояние, конечно же, улучшилось, они стали блестеть. Не видно никаких секущихся концов. Такие идеально ровные, хотя они у меня и так, от природы идеально ровные, но мне нравится, когда я ухаживаю все равно как-то, каким-то образом за волосами. На ваш бонусный счет начислено 489 бонусов. Золотое яблоко. А, перед тем, как идти на ботокс, подстригла себе кончики. И не знаю, насколько это заметно. У меня всегда длинные волосы, но... Как бы... Я не счастье. Да. Короче, отросли. Я 2 сантиметра всего подстригла. Но
вот когда делаешь этот ботокс, у меня теряется объем, намного меньше становится волос. И мне очень нравится, но зато они такие ухоженные. Иду, почитаю. А еще я сейчас себе решила сделать такой десерт. Воскресный. Хочу скушать мороженое с ягодами, с фруктами. Раньше когда-то с Сережей делали такие себе десерты, включали фильм и кушали с удовольствием мороженое с фруктами. О, боже, как же это вкусно! Это просто обалдеть. Вот, и сейчас хочу себе сделать такой же десертик, хотя я на ПП, но воскресенье выходной, меня все-таки как-то сделаю себе небольшую поблажку. Скорее всего, буду чаще снимать видео, если не закроют YouTube. Хотелось бы больше разговаривать с вами, потому что я не появляюсь особо в Instagram. Каких-то разговорных сторис не делаю, ничего. Хотелось бы больше с вами общаться, но получается, как получается. Сейчас у меня на первом месте воспитание ребенка, поэтому так редко здесь бываю. Ну, короче, да. Как-то так все это выглядит. Мне кажется, я умру от передоза сладкого. Надеюсь, что эта еда мне будет в пользу, а не во вред. Так вот. А вы что, ее на шампур хотите? Вот за этим бревном. Она ее хочет на сачок. Она прям по поверхности плывет. Сейчас ты знала, что здесь будет что-то веселое. Но мы же не французы. В смысле, ты что, орнитолог или кто там? Тим. У нас есть лягушка. Точнее, у нас есть две трахающиеся лягушки, ребята. Ой. Это тоже неплохо. Да, они большие, нормальные. Блин, они такие милые. Серёж, иди посмотри, как они обнимаются. Ребята, они обнимаются. Ты двух, что ли, поймали? Да. Вдруг процесс был. Он, конечно, был. Саша, что, ты чего? Да, конечно, я отпущу, дай посмотрю только. Они плавают и занимаются этим, да? Я, кстати, подумала, что зря, наверное, я отпустила, потому что они пошли ко дну сразу. Даша убийца лягушек. Вчера мы с друзьями хорошо провели время, и сегодня у меня в планах отдохнуть. Сейчас майские праздники и марку бабушки, поэтому у меня уже второй день, или какой, наверное, третий, ну такой более-менее выходной. Я сейчас буду заниматься тем, чем не занимаюсь, например, с Марком. Как-то проведу время продуктивно, надеюсь, может быть, просто отдохну. Поменяю постельное, я меняю каждые две недели. Я уже с утра сходила в магазин, купила себе хлеб, который я очень люблю, он очень вкусный, сейчас я покажу вам. И мне очень захотелось творожный сырок Александр, не знаю, с чего вдруг. Вот, а вообще я очень хочу роллы. Ну, думаю, что, наверное, приготовлю что-то сама, так как есть время. И, скорее всего, займусь своими ногтями. Тоже 2 недели назад делала маник. В принципе, они нормально выглядят, но... Короче, хочется что-то новенького обновить. Никогда не пейте кофе с маской. Не очень удобно, и отпечатывается кофе, короче. Я как обычно. А еще я заметила за собой такую странную привычку. Когда я прихожу с улицы, я не раздеваюсь. Я могу ходить по дому, еще что-то делать, там выкладывать продукты, могу покушать в этой одежде, я не знаю. Вот. И еще могу ставить свет в ванной. И вот так вот ходить, бродить, но не выключать его. Будто бы в ванной мне что-то понадобится. И вот этот хлеб, который я постоянно покупаю, это ржаной хлебушек из Пятерочки. Если у кого есть Пятерочки, где готовят хлеб, то обязательно возьмите на пробу вот этот хлебушек. И еще он у нас есть в Буханке. Они по вкусу, в принципе, одинаковые, но в Буханке он дороже, поэтому мне приходится переться в Пятерочку, чтобы хоть немножко сэкономить на хлебушке. И сейчас я буду себе делать тосты на завтрак.
У меня началась какая-то аллергия, я начинаю чихать просто так, непонятно почему. Провели день на природе, и у меня началась какая-то реакция, не знаю, видимо, что-то такое цветет, что моему организму не нравится. Вот, и сегодня с утра то же самое. Кстати, вот эта маска у меня на лице, я ее очень люблю в последнее время и пользуюсь только ей. Кстати, вот именно Garnier, хорошие маски. Я обычно сразу не выкидываю упаковку, беру вот так ролик и делаю массаж лица роликом. Потом беру чистыми пальчиками все размазываю пальцем. И, кстати, очень хорошо делать вот просто двумя пальцами себе массаж вот так разглаживаем, все помогает от отеков. И вообще потом после очень свежо выглядит лицо. Вы как будто помолодели на 5 лет. Остатки маски впитываются, и я через небольшое время умываю лицо, потому что я не люблю вот эту вот липкость на лице, и потом просто мажу кремом увлажняющим. Вот, и чувствую себя прекрасно. Итак, я сделала массаж, сейчас пойдем завтракать. Стараюсь увлажнять губы, потому что у меня они всегда очень сухие. Я, в принципе, пью много простой воды, но, видимо, недостаточно. Очень часто обезвоженные губы. Вот, а крем обычный Шисейда. Вот это я использовала в зимнее время. Он очень жирный и хорошо увлажнял мое лицо. Но, к сожалению, его уже нет и не будет. Его нигде нет в наличии. Вот. Так что так. Любимый завтрак — это яйцо, тост с авокадо, помидорки черри медовые, сырок, рыбка и салат фрилис. Половинку авокадо я разминаю, добавляю туда помидорку черри, режу ее и смешиваю все с сушеным чесноком, перцем, солью, перемешиваю и добавляю вот семечки кунжута и семена чиа. Вот этот завтрак самый мой любимый, обычно так я и завтракаю. Сейчас решила принять душ. Я обычно по утрам этого не делаю, особо как-то и времени нет, да и необходимости нет. И мажусь кремом мироновым. На днях с сестрой я наконец-то исполнила свою давнюю мечту. Ходила на керамику. Очень хотела давно сделать свою чашечку вручную. У меня это получилось.
как ни странно. Понравился сам процесс. Безумно расслабляет. Мысли куда-то улетучиваются. И я, к сожалению, ничего не снимала на видео. Была в моменте, можно так сказать. Но сделала фото на память. Выбрала обычную студию в Москве. Я не особо помню, как она называется. Но на эту дату были свободны как раз окошки. Записывалась многим другим, которые более известны, но у них уже не было места в данную дату, которую я хотела. Решила сходить в обычную студию. И нас, кстати, было всего двое, я и сестра, и это было даже мило, и девочки очень милые. Объясняли, контролировали весь процесс. Очень меня безумно вдохновило, мне захотелось еще. Мне кажется, это как наркотик. Хочется еще и еще лепить. Мы все сделаем сами. Да, пригласим всех, кого нужно. Ну да, теперь в этом доме можно разместиться целый пол. Без всякого для них. Всем привет! Хотела бы сделать вам сегодня небольшой рум-тур. Приехали в Питер, заселились в квартиру, очень красивую. Можно арендовать как квартиру и как фотостудию. Я изначально записывалась на час, чтобы пофоткаться здесь. Вот, а потом решила, думаю, блин, ну, мало времени, думаю, час это вообще очень мало для фоток. И действительно, нам часа не хватило. Вот, по времени фоткались, наверное, часа два. Вот это входная дверь, коридор. И напротив входной двери такой зал. Первая комната. Здесь их две. Еще кухня. Здесь всякие декоративные штуки. Журналы для фото. Я так поняла, здесь и проводят мероприятия всякие. Вот диванчик. Мне он очень понравился. Диван.ру, кстати. Часто слышала, что у них классные диваны. Мне по цвету вообще очень понравился, классный. Ну и сидеть прикольно на нем, удобно. Но, к сожалению, он, по-моему, не раскладывается, просто диван. Такой журнальный столик под мрамор. Ну, я думаю, это клеенка просто. Пол очень красивый, деревянный. Такое огромнейшее зеркало. Их тут два. Второе еще во второй комнате. Сейчас, кстати, 21:20. То есть еще не темно, на дворе 27 мая, достаточно светло, и еще плюс дождик идет. Мы фоткались как раз, когда было солнышко, очень красиво, ярко было. Такие окна, такая сталинская квартира с большими потолками, батарея тут, вот, люстра. В общем, два кресла, пуфик, очень удобно сидеть, расслабиться. Вот такая вот трибуна. Пойдемте во вторую комнату. Тут тапочки я взяла одноразовые, немножко брезгую. Сразу вторая комната. Матраса нету. Можно здесь переставлять мебель, двигать матрасы, как угодно, подушки класть, диван, кровать, все, что хочешь, можешь двигать. Тумбочки, вентилятор, прекрасный шкаф. Туда сложили свои вещи. Такие полочки, там были полотенца чистые. Зеркало, уже не знаю, какой по счету. Тут тоже такое отделение, чтобы повесить вещи. Тоже огромное вот такое зеркало. Вот здесь мы устраивали как раз фотосессию. Я уже выставила фотку. Тоже два огромных окна. Удивительно светло так. И лежать тут, смотреть в окошко, тоже одно удовольствие. Можно открыть окно, посмотреть, вон как там трамвай идет. Я, наверное, не буду второе окно открывать. Эта квартира находится на втором этаже, не очень высоко. Вот, но очень красиво здесь. Деревянные окна.
старенькие. Голубой напиток, безалкогольный, просто какая-то газировка. Тот момент, когда покупаешь круассан только для того, чтобы его пофоткать. Туалет. И здесь такая вот душевая. Шкафчик. Умывальник. Вот третья комната, это кухня. Старинный холодильник. ЗИЛ. Кстати, издалека кажется, что это какой-то вот ретро-холодильник, типа под СМЭК, да? Как он там? Да. А если поближе посмотреть, если... его просто какой-то краской, да, если от него... от ржавчины. Я даже не знаю, я даже до сих пор не поняла, как... А, вот. Ну и как бы вот, что внутри, он очень старый. Очень старый. Но хорошо, что работает хотя бы. Вот, и закрывается тоже очень непонятно, как-то вот надо... Наперед, что ли, да? Не могу даже закрыть. Тихо, на себя. Все. Почему так странно закрывается? Потому что механизм нет никакого. Сереж готовит кушать. Вот сколько здесь комфорта? Две? Ну да. Они очень странно работают. А, кофемашина. Я разобралась, но... Делонги, кстати, Неспрессо. Капсульная. Вот, чайничек. А что за чайничек? Тоже Делонги, ничего себе. Такая мойка красивая. Вот это вот позолота во всем. Во всей мебели. С белым очень круто сочетается. Вообще так богато смотрится. Еще тут светильники тоже позолоченные. Очень красиво. Такая небольшая кухонька. Стульчики такие тоже, думаю, они очень-очень старые. И, скорее всего, даже покрашенные. Мне кажется, они были какие-нибудь коричневые. Их просто покрасили. И стол тоже очень старый. Думаю, тоже его покрасили. Вот, и здесь тоже такой вот подоконник. Можно фоточки делать. Там какая-то напротив булочная. Там очередь всегда. Я не знаю, что там вкусненького. И не слышала никогда. Но мне кажется, какие-нибудь по типу, знаешь, вот как раньше были сосиски в тесте... Что там еще? Какие-то, может, пирожки? Мне кажется, там что-то такое. Вот, тут тоже фоточки поделали. Тоже красиво. Вид, конечно... Если открыть окно, там видно... Сереж, как храм называется? Забываю все время. Не знаю. Забыл. Исаакиевский? Да. Или Исаакиевский это... Вроде Исаакиевский собор, да. Приехали тут. Кексик. Черствый уже. Нет. Взяла с собой и перелила в маленькую бутылочку. Тоже Джек Дэниелс перелила. На всякий случай, да. Ну, вдруг. Да. Я же не рассказывала никому, что мы на самолет опоздали. Ну ладно, и не буду рассказывать. Уже рассказала. В общем, сейчас будем кушать. Да? И потом смотреть, что? Тьма. Последнюю серию второго сезона. Мы сейчас ужинаем и наблюдаем, у кого-то там съемка Love Story на крыше. Очень красиво, кстати. Еще закат. Обалдеть. Ну что, сейчас первый раз пользоваться капсульной кофемашиной. Сама сейчас тут все установила. Нажимаю капучинку. Пробуем. Все ли я правильно сделала?
Опа-па. Кто у нас здесь? Что тут делаешь? Смотри, какая. Да. Смотри, кстати, заметь, как старый Инстаграм отличается. Смотри, какие запрещенка. Яркие. Instagram. Смотри, какие яркие, супер яркие фильтры. Отлично, отлично. Вообще. Мне старый твой больше нравится. Сколько сейчас, кстати, градусов? 13. Обещают дождик еще. Море, мы на море. Приехали. Я в Дубае смотрю.